В прямому ефірі, як завжди, ми вам даруємо неочікувані зустрічі і, звісно, тільки ексклюзиви. Цього разу дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Ви не побачите по телевізору її кліпів, у співачки їх просто не існує. Ірина Богушевська – артистка сцени. Ми пройдемо з тобою чудний вечір і чудну ночь. Її пісні близькі кожному, вона як терапевт. Люди приходять на концерти Богушевської з величезною кількістю проблем і залишають все там, в залі. Про її творчість так часто говорять не формат, що інколи здається, не формат – це окремий стиль, який вигадала сама Богушевська. Я подумала, хрен з вами, совсем, з вашими чартами, з вашими стадіонами, на яких я ніколи не буду виступати. Я все одно буду займатися музикою, тому що мене це робить щасливою, мене це робить собою. Велика країна дізналася про неї з улюбленого інтелектуального шоу «Що, де, коли». Ірина заповнювала там музичну паузу. Я прибігу одна, мимо мостов, мимо дворцов епохи ампір. Вона закінчила Московський державний університет, але викладала дуже мало. Лише після аварії, коли гадала, що вже ніколи не повернеться на сцену. Богушевська була дружиною відомого вокаліста гурту «Нещасний случай» Олексія Кортнєва. У них народився син Артемій. Если на первый взгляд она может показаться довольно хрупкой, такой вот пальцем ткнешь, там расплачется, но нет. У нее очень сильный стержень внутри. Очень сильный. То есть она, если надо, пойдет на пролом. Про розлуку з Кортнєвим багато її пісень. Так само, як і про щастя і впертість, з якою вона завжди рухалася далі. Зараз у Богушевської інший коханий чоловік і ще один маленький синуля. Взагалі, як-то треба вміти цінити те, що у тебе є. Вот. Это главный итог. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Ну а еще она мама не только двух сыновей, но и мама своих песен, которые без преувеличения лечат душу и улучшают наше здоровье. Ирина Богушевская! Да. Доброе утро! Доброе утро! Боже, как неожиданно. Вот просто неожиданная встреча, правда. Потому что ваше творчество, вот я с ним познакомился еще в начале 2000-х годов. Так. Вот. Легкие люди. Тын-ты-ды-ды-ды. И вот как-то по-легкому дальше пошло. Приємно бачити вас у нашій студії. Почнемо розмову з чашки ароматної кави. Пані Ірину, я знаю, що ви заядлий любитель кофе. Где берете здоров'я на таке кількість кофейного напитка? Слушайте, я стараюсь как-то регулировать эту тему, потому что, ну, медики говорят, что больше 5 чашек в день нехорошо уже. Так, а сколько? Ну, я сторонник все-таки, знаете, такого кофе, который ты делаешь сам, ты мелешь его, добавляешь туда перцу или там корицы, варишь это все. Это такое, знаете, священнодействие утреннее. Вот я без этого вообще не могу проснуться. Приехали в Украину с новой программы «Шоу для тебя одной». Кстати говоря, шоу это очень долго готовилось, правда? У меня все как-то, вот знаете, Руслан, вы сказали, что все так вот по-легкому, а на самом деле в жизни все происходит не просто так. Я привезла сейчас с собой пластинку «Шок». Вот. А будьте добры, покажите. Да, это компакт-книжечка. О. Здесь история написания этой пластинки, потому что ее записывали мы 2 года. Правда, с перерывом на финансовый кризис в стране. Угу. Мы сможем, кстати, до речи, подарить, уже не может переходить из одной мовы на другую, буду российской говорить, мы сможем подарить эту книжку всем желающим зрителям, которые смогут дозвониться на протяжении нашего эфира «Сніданку з 1+1». Это книжечка, которая повествует обо всех перипетиях записи альбома, а внутри, собственно, меня видно? Вот здесь, в этом конвертике живет, собственно, диск с музыкой. Это такая, ну, как бы, не могу сказать, что мое ноу-хау, мое изобретение, просто мне, когда я вела прямые репортажи из студии у себя в живом журнале, в блоге, и мне многие очень написали, соберите эти тексты в одну книжку, потому что очень интересно, как бы, в режиме прямого буквально эфира смотреть, как рождается альбом, потому что не все же представляют себе, что такое записать живую музыку, как записывается клавиатура. А что первое, Ирин, рождается музыка все-таки в вашей душе, в сознании, или все-таки слова?
Знаете, Руслан, наверное, все-таки музыка сначала, но ты как бы слышишь какие-то строчки, какую-то мелодию и представляешь себе гармонии, но сразу пытаешься понять, о чем это. Вы можете почитать какие-нибудь строки из вот вашего творчества, которые вот сосредоточены в этом диске? Вы имеете в виду стихи, сам текст да, песен? Да, 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 текст песен, потому что все-таки петь смотрите, это одно, какая... а с другой стороны, вот ваш голос, когда вы говорите, он такой, знаете, внутренний, пронизан каким-то внутренним, каким-то интересным содержанием. Вот интересно послушать вас, когда вы читаете стихи свои. Вы знаете, я не буду этого делать, как ни странно, потому что, смотрите, есть стихи, которые стихи, а есть стихи, которые тексты песен, это совершенно две разные истории. Понимаете, стихи, оторванные от музыки, могут звучать очень странно, потому что, когда они рождаются вместе с мелодией, ну, там одно поддерживает другое. Угу. Мелодия поддерживает текст, и текст поддерживает мелодию. Когда ты их потом отрываешь от этой музыки, они смотрятся беспомощно, как если бы мы рыбу выкинули на берег, да, и вот она лежит, бьется, не очень красивое зрелище. Поэтому... Шоу для тебя одной. Встречает Украина Ирину Богушевскую с новой программой. Вчера вы были в Киеве, дали огромный концерт, публика просто на ура восприняла. Давайте посмотрим фрагменты этой новой программы. Пожалуйста, Вага на экран. Снова весна, проехались в московском такси. Ирина, вот с этой новой программы, где зрители смогут вас увидеть и получить удовольствие от концерта? Какие города? Вы знаете, от вас мы поедем в Сибирь. В Сибирь. Здесь уже весна, здесь все так прекрасно и тепло, а мы будем, поедем, знаете, как в Нарнии, вот есть такая граница интересная, когда цветочки, бабочки и отступающие медленно снега. Вот мы пока поедем к снегам в ту сторону. А в Украине это последний город Киев? Какие еще города? Пока да. Пока да. Ми перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився, і це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися аромаксамитом. Якуб Смонарх, Ірина Богушевська, в гостях «Сніданку з 1+1». Зараз короткий есен, Лідія Таран, і ми повертаємося в студію «Сніданку з 1+1» розмовляти з людиною-філософом. Щоранку на каналі «1+1» аромаксамит кави «Якобс» запрошує гостей.